Искра закрылась, почему мы рассказали, а сколько всего в Стерлитамаке было кинотеатров, какие прекратили работу, а какие до сих пор существуют. Наш опрос. Салават и Пионер. На Первомайске, наверное, был один. Салават. Ну, Искра, может быть, еще. ДК «Станкостроитель», кинотеатр «Искра». Ну, Салават, где кино показывает? Один только. В 66-м как раз вот это открыли, эту «Искру». Салават. Ну, «Искра». «Искра» была, «Пионер» был. Кинотеатр «Салават». Больше ничего было. «Искра» ходила. «Пионер», «Салават». А почему многие из них закрылись? Как вы считаете? Наверное, люди не ходят. Не ходят люди в них, наверное, вот и закрылись поэтому. А потому что стали вот видеокассеты. Сейчас вообще по интернету все можно. Телевизор, потом интернет. Точное количество кинотеатров в истории Стерлитамака не вспомнил никто. Причиной закрытия большинство назвали низкую выручку. Всего в городе было 6 полноценных кинотеатров, не считая нескольких клубов с возможностью кинопросмотра. Первый открылся аж в 1906 году. Назывался он «Мираж» и показывал немое кино. Когда его снесли, на месте построили кинотеатр «Салават», проработавший до 50-х годов. Когда построили «Салават» современный, прежний снесли. «Искру» на проспекте Ленина и «Пионер» на проспекте Октября построили уже в 60-х годах. Сейчас в Стерлитамаке осталось только два кинотеатра. Кстати, в октябре этого года «Искре» исполнилось бы 50 лет.